очень любят ласку. Ну вот большой попугай — это как еще один ребенок в семье. То есть мы профессиональные тренера дельфинов. Ну, а птицы на самом деле те же дельфины, только в перьях. Вот так кажется, что очень большая между ними разница, но разница вот в интеллект у кого по интеллекту, они одинаковы. Ученые их сравнивают с уровнем развития, с интеллектуальными вот такими возможностями 4-летнего ребенка. Держи, хорошо, тоже давай, мы не должны проиграть. Или мальчик. Толстая нас обгоняет, но мы не сдаемся, держи, хорошо. Молодец! Мы победили!